Десерт прямо из глубин пресподней. Жаба Убаша постоянно жаждет плоти и костей. Эти существа производят сильное тепло глубоко внутри своего тела, заставляя кожу кипеть снаружи. Кожа Жабы Убаши полезна в бою. Сквозь нее трудно пробить, и она способна сильно обжечь нападающих. Добро пожаловать в мультик. В этом видео обзор нового существа мороженого. Окрасить можно очень много всего. Т-поза такая, самец и самки отличаются маленькими какими-то штучками, набросками, чего-то, треугольниками. Чтобы получить его, вам необходим токен для Sweet Explorer Gacha и, соответственно, крутануть Explorer Gacha. Ну а прежде чем мы начнем обзор этого существа, подпишись на канал Сима Play Game, там выходит видео по Сонарии. Подпишись, поддержи Сонарщика. Жаба Убаша. Это существо 5 уровня, хищник наземного типа, здоровье 6500, урон 600, скорость 35, ходьбы 44, бега, вес 65 тысяч, выносливость 20, защита от кровотечения 30%, аппетит 120, поворотливость 7, амбуш 1,5, время роста 82 минуты, ночное видение 2 из 3, кровотечение 4 и зазубренные зубы. Заценим его анимации. Агро. Колор. Сел. Лёг. Атака. Ковыряние в грязи. Под именем Жаба Убаши в концепт-арте есть строка текст, который ошибочно читается как пустыня, которая кусается в ответ, вместо десерт, который кусается в ответ. На мой взгляд, это не совсем похоже на мороженое. Я вижу в нем вафельные палочки, какие-то соломки, но не мороженое. Подскажите мне, где тут, кроме вот на локтях взбитых сливок, можно еще увидеть мороженое? Вообще, это худой гноурок, на мой взгляд. Ну, в принципе, выглядит так жутковато, действительно. Как вам это существо? Напишите комментарий. Понравилось вам или нет, и подпишитесь на канал Мультиплеер и поддержите Сима Плей Гейм. Новый сонарщик. Удачи и пока!